Да. Ну и как? Должно быть завтрак для туриста. Ты знаешь, я смотрел, этих вот по этой стороне все места заняты, вот на той стороне. Здесь, а вот только там, как самолет. Ребят, ну что мы вам скажем? Короче, мы попали в такую ситуацию, что мама дорогая, не горюй. Ливень такой, ветерище, сейчас немножко стих, у нас тут все, могу показать. Мы поставили вещи сюда. Здесь все замочило. Там ручьи конкретные бегут. Самое главное, скажи, что это самое сухое место, как ты нашел, это самое сухое место будет. Это самое сухое место будет у нас. Добро пожаловать в технокэмп. Выезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь природой. Отдыхать надо. Друзья, всем доброе утро. У нас сегодня суббота. Мы сегодня с другом едем на север. Лодку я уже подготовил. Сейчас он заедет своей машиной. Зацепим и погнали. Вот здесь вещички сейчас закидаем. И вперед. У нас здесь дождь идет. Посмотрим, не знаю, как там. Ну, настроились. Поедем. Ну все, отправляемся. Выехали мы на север. У нас здесь в Детройте дождь фигачит до дороги. Не знаем, что там. Посмотрел, вроде на день не передают дождь. Ну, будет все видно. Так что мы едем отдыхать. Опять Силуба мужская компания. Заехали на Рестарио. Осталось нам час 10. Ну, еще на заправку заедем. Лед надо купить, пачку. Так что мы в пути. Дождик падает, не сильный, но падает. Не перестает пока. Вот мы и прибыли. Здесь будем спускать лодку. Ну все, спустили лодку. Олег едет туда с прицепом. А я иду на место назначения или на место дислокации. На место нашего временного отдыха. Так что вперед, ребят. Опа! Хорошо, что дождя нет. Ну все, увидимся уже там, на месте. Так, вот наше место. Я дошел быстро, Олег будет ехать чуть-чуть дольше, ему еще живца покупать. Я уже пришвартовался. Наше место. Тут как бурелом был. Дрова никто не пилит. Но мы тут подчистим за этот кемп. Вот как-то так. Дровишек немножко мелких пособираю сейчас.
крупных. У меня тут не пилы, ничего, все в машине, пока Олег едет. На растопочку сейчас. Хотя я там с дома брал. Мелочевочки всякие наберу. Птицы во все голоса поют. Как бы по сумке, да? Да? Я давал. А ты там сам не был? Там не был. Сейчас вообще классно. Ну, главное, что вы дали. А вообще, погода вообще. Сейчас будем что-то думать. Я сейчас смотрю, леска не вообще. Есть, нет, нет, нет. Ну, лес поможет нам цветом. Я нас специально сделал. Ну, я думал, три важно было. А нет, да, но у него только вот такие вот. Вот такие вот, и те, которые я взял. А те, которые белые? Белые, белые. Сакера нет, белый. Ну, это верхоплавка или другие? Не знаю. Тоненько, длинная или широкая? Просто верхоплавка, она дольше живет. Хотя мы тогда у него как-то брали с собой летом, помнишь, они у нас разные книжки, это же белые, были такие покрышки. Ну, наверное, вот эти и есть, которые сразу дохнут. Ну, мы выкидывать не будем, поедем обменять. Сразу выходишь в магазин, они же дохли уже. Но там другой был. Да? Другой, не хозяин. Ну, может быть. Днем. Может, просто на него работает, торгует? Я встречал, ау, аж куда дальше сделал, к дому подошел. А он аж в сарае там. Ну, глядя, американцы в Украине поднимают, по-моему, идут. Залетные. Пожелал удачи, Глядя. Все хорошего, ставьте кружки, я говорю, да, сейчас. Пожалуй, не хватанет чешуи, да. Сидим, отдыхаем. Дождь пошел, Олежка. Косяк Юра запорол. Кружки забыл дома. Так что закинули донку и одну удочку. Не знаю. Вечером будем тогда с Олегом попробовать на спиннинг словить. Или на живца где-то удочки закинем с лодкой. Лодку заикарим, посмотрим, в общем. Сейчас пока костер еще не разводили, пока отдыхаем. Вот. Так что оставайтесь с нами, будет интересно. Здесь вот тент замутили от дождя. Надо будет сейчас вещи занести, наверное, под это. Но он пока покрапит, может, перестанет.
Все, путем. Так, здесь запись. А это тоже надо на колы. Так, палатка у нас готова. Это наш отель. Вот два матраса. Это здесь где-то 1,5 метра. Ну, короче, я вам скажу, ребята, можно танцы устраивать по любасику. Наш сегодняшний отель. Заглянем в наш отель. Ничего себе, Олег, ты уже Олег уже тут постель застелил. Все. Теперь за мной очередь. У меня руки заняты, держу телефон. Да, здесь таких матрасов, которые мы с тобой постелили, сколько влезет? Где-то 3-3-6, 6, наверное, да? Когда ложили один двойной большой, угу. Да, получается почти 6 матрасов таких, да. Маленьких вход. Двойной, он идет 2 вот таких и еще чуть-чуть. Ага. И 3 были вот здесь. Ну да, место большое. Потом спальный гарнитур с собой привезли. Да. Тумбочки, шмумбочки, все должно быть как положено. Ясно, ну все. У нас время обед, но мы уже подготавливаемся к вечеру. Погодка сейчас у нас наладилась, не знаю. Что там у нас на вечер? Вроде передавали дождь, но мы надеемся, что будет без дождя. Хотя мы ко всему готовы, тент у нас натянутый. Так что такие дела. Отдыхаем. Красота. Он уже начал на лодках гонять тут. Всю рыбу нам распугали. Донка заряжена, удочка заряжена. Обед сейчас, поклевок нету. С утра немножко были поклевки, но неудачные. Так что будем всю рыбалку настраивать на вечернюю ловлю. Так что оставайтесь с нами, будет интересно. Всех благ. Но у нас шедевр на природе. Может, кто-то из вас ел пироги с вишнями на реке в лесу. У нас такие блюда есть. Старался один человек. Для нас приготовила. Вишенька свежая, в сад ездили, не собирали там. Так что у нас сейчас будут пироги с вишнями. Сейчас мы их подогреем, немножко, может, даже чуть-чуть поджарим, чтобы было очень вкусно. Ну и вам всем тоже приятного аппетита. Друзья. Кто говорил, что у нас сегодня клёво не будет? Я сейчас позвоню тому человеку, который говорил, что у нас клевать не будет. Я ему покажу. Вот, ребята, у нас первый ловчик. Такой бэсик, полторашечки где-то, около двушечки, красавчик. Так что уха у нас уже по Любайску обеспечена. Сейчас обновили резиночку, удочку еще не закидывали. Так что продолжаем наш отдых, нашу рыбалку. Давайте с нами, будет интересно. Всех благ. Друзья, я вам скажу, что мы вообще насчет отдыха фартовые. У нас опять апокалипсис начинается.
все кругом затянуло. Мы с Олегом только сейчас пришли лодкой, там смотрели места кое-какие. Тучки такие серьезные. С той стороны вообще просто здесь не видно, вот там гром где-то гремит. В общем, у нас как всегда, без приключений никак. Я думаю, сейчас как-нибудь переждем. Может быть, пронесет немножко, не знаю. Олег там он пытается костер развести. Хотя я не знаю, может быть, зря. Сейчас зальет. Я думаю, что он пройдет немножко. Уже, видишь, немножко светлеет. Мне кажется, он стороной там прошел. И стой... такой порывистый. Да, да. И вот с той стороны уже, видишь, просвет есть немножко. Я думаю, что сейчас будет все нормально. Ну, немножко побрызгать, но не так сильно. Так что, кто любит экстремальные отдыхи, путешествия, подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами, будет интересно. Всех бах. Да, приезжайте к нам. Олег, он приглашает. Это у нас вообще как-то... Это просто что-то... Фига себе, лодку все залило. Костер не только разожгли, блин. Все залило, здесь все повышает, блин. Палатка вообще вся течет, блин. Вон Олег, бегом, бегом. О, боже. Да. Наталья не обманула, сказала, что вечером будет дождь. Вот смотрите, что у нас тут под ногами. Вот здесь и продукты все поставили. Отдохнули. Вон, смотрите, смотрите, и ручьи херачат у меня. Ой-ой-ой. Чтоб было понятно, какой дождик маленький. Вот это да! Прикинь, Юр, если бы мы были на лодке с тобой. Да не думать об этом не хочу, блин. Это был капец, блин, вообще. Если бы мы с тобой были на лодке, мы бы с тобой промокли. Не просто промокли, мы бы там не нашли места туда приземлиться. Это точно. Это точно, братан. Смотри, как вода тягачит сверху, уже колею пробило так тягать. О-о-о. Ну как костер не гасит, хорошо, молодец. Друзья, обстановка в лагере стабильная. Палатка полная воды. Мы тонем.
Олег, он говорит, что мы тонем. И... Да? Дёргало? Там рыба? Хочешь лаги вытянуть? Нет, я не думаю. Вот такая у нас обстановка. Все в воде, все намокло. Несмотря на такой дождь, это воды. Огонь горит, да. Но нам все равно, мы любители экстремальных отдыхов, так что мы от этого кайфуем, не знаю, как другие, а... Сейчас лопатку унесет в море. Я и тут забрал газовый баллончик, теперь все надо лопатку забрать. Вообще, просто накрыло конкретно со всех сторон. Ни просвета, ничего вообще не видно. Ой, блин, а тут... Это битет с тобой такой. Это просто... Надо... Палатка наша вся мокрая, в середине воды куча. Так что мы сегодня не знаем, где будем спать. Наверное, или около костра, или в машине. Короче, здесь вообще у нас потоп, серьезно. Юра, я предлагаю выпить. Да, вот так. Вот так, вот здесь мы стоим, в этой луже. Потому что здесь у нас тент. Можно выйти там, где нет воды, но там нет тента. А мы стоим в этой луже, потому что здесь тент. У нас все вещи намокли, все продукты, все намокло. Ребят, смотрите, у нас уже лес здесь продолжается, я не знаю сколько, затих, потом опять здесь все опять затопило, у нас все дрова, все. Тут и палатки тоже там ложа. А вот смотрите, уже где-то 2 часа идет дождь, а костер вот у нас горит. Как вы думаете, почему это? Почему так? Почему не заливает костер? И дрова мокрые. Почему? Вот. Если есть у желающих ответить на этот вопрос, пишите комментарий, будем рады. Всех благ вам. Друзья, добрый вечер. Дождь у нас фигачит, блин, не прекращается. Лодку уже один раз помпа выкачивали, где-то 10 минут только помпа выкачивала. Воды полную лодку, блин. Дождь идет. Здесь у нас немножко накрыто, но все равно там все затоплено. Палатки немножко воды. Матрасы еще не утонули, конечно, они плавают. Вот мы с Олегом сейчас... Ужин отменяется. Да, не, хотели, не. А что не отменяется? Не будет его? Мы хотели пожарить мясо, но... А как? У нас еще есть время, Олег. Да? А угли мокрые. А мы отсюда возьмем угли. Да. Сейчас вот мы здесь нажмем. Так что... Какая бы погода ни была, у нас один настрой. Сейчас прогорят угли вот эти. Мы с Олежкой там вот что? Грильницу. Да, всю грильницу все пересыпем. И будем жарить мясо. А после мы еще должны рыболовки поставить. Еще рыболовки поставить? Ну, у нас сейчас хорошо, уже вода сейчас спала, у нас уже матрасы, палатки не плавают. Не прикалывается, да? Ладно, мы шутим. Короче, такая вот погода. Пасмурно. Кто-то там сверкает, где-то что-то гремит. Прятаться нам особо некуда, нифига. Так как накрыли то, что есть, вот у нас то есть. Вещи там подмокли немного. Ну, это не проблема, дома высушим. Сейчас нажмем здесь углей и... Будем жарить мясо. Самое главное настроение. Настроение, да. У нас бодрое. Настроение у нас вообще шикарное. Да. Чистый мед. Я слышу, чистый мед настроение. Чистый мед. Многое преодолеем. Еще поймаем рыбу. Сейчас, кстати, привалом, она просто не вытащит. Мы с тобой, если честно говоря, уже поймали рыбу. А еще поймали. Но губ нам хватит. Да, по любасику.